очень и очень способная спортсменка. На сей раз упражнение с булавой. Знаете, легкость, с которой она выполняет самые сложные пластические элементы, просто удивляет. Ну а мы ждем подведения итогов первого раунда соревнований. Согласитесь ли вы, уважаемые наши телезрители, со мной, но и в предыдущем упражнении, и в этом чувствуется какая-то скованность и неуверенность в себе у Ольги Беловой. Уж не знаю, с чем все это связано, но как-то нет, знаете, присущего ей затора. Словно она боится не выполнить тот или иной элемент. Но, сами понимаете, в ее возрасте опыт выступлений на ответственнейших соревнованиях